Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы смотрели новости, наверное. Алексею Навальному дали всего 5 лет условно. Как вы считаете, не слишком ли мало за все его злодеяния, скажем так? Я скажу, что это маленький срок, так как он очень много сделал вреда нашей стране, разворовал, вообще и недостоин жить в нашей стране. А, то есть вы считаете, раз его спонсируют американцы, Госдеп, значит, ему нужно и перебираться в Америку, или все-таки его посадить? Я считаю, ему не место жить в России. Ясно, спасибо большое.